Я, конечно, понимаю, что все это оттает. Вопрос, когда? Жесть, просто жесть. Главное, дворники подняты. Деревья падали сейчас, на рачек упало. Возле домового просто фонарный столб на машине. Жесть, вообще капец. Вышел с офиса, думаю, поеду пообедаю, возьму служебку, чтобы не рисковать. Хасик-то такой уже у нас проверенный. Вот в итоге чищу сейчас его, бля. Отстукиваю. Ну, походу на обед я сегодня. Нашел. Они просто во льду. Чума. Как дела, девочки? Что это у нас за чудесная ледяная колесница? Светланская 193. Проезда нет. Сегодня точно. Так, ну что, пойдем? Блин, я боюсь. Ух ты, ух ты. За провод держись! Да. Что делать-то? Так, я пойду сюда. А? Я сюда пойду тоже. Ух! Что делается? Просто заваливает машины деревьями. А, дверь, кстати, да, да. Что и красота вообще. Андрей, мы можем поотколачивать лед. Повалило вот так столбы. Линии есть, можно второй, третий. Короче, я не знаю, как дальше, но все лежит.
так вчерашняя красота выглядит сегодня. Все деревья пообломились. Короче, все машины во льду. Егор порезался об сосульку. Вот, это лед. Это не вода. Двойные стекла. Прикол вообще. Смотрите. Класс. Ой, как у нас тут. Ой. 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 Ой-о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 й. Такая стихия на улицах творится, жуть. Первый снег, снег со льдом.